Добрый вечер. Буквально секунду и начинаем с вами. Аделя, покажи свой сувивон. А, видели такое? Иди сюда. Мама, ну когда мы уже хотим зажигать? Вот, люди подходят, слава Богу, Ханука Самех всем. Добрый вечер, Ханука Самех. Приглашаем вас всех зажечь вместе с нами Ханукию, первую свечку в этот святой, светлый праздник Ханука. Это моя семья, знакомьтесь, мой муж Мойша, дети, соседи. Удочерили вы. И с Божьей помощью мы сейчас с вами зажжем первую свечу Хануки, и дальше будет урок по расписанию. Слышно? Да. Ну что? Да, можно начинать. Ой, никогда не зажигал на публику. Ханука Самеа. Дети, мы, слава Богу, дожили до этого времени. Будем сейчас зажигать первую свечу из 8 Хануки. Буквально два слова. У нас есть два праздника в году по мудрецам, которые мы мудрецы установили в связи с теми или другими событиями. Это Ханука и Пурим. Разница между ними, Ханука зажигаем свечи, говорим молитву Галель, больше молимся, немножко пончики кушаем. В Пурим у нас все по-другому, мы делаем трапезу, мы даем подарки друг другу, мы не говорим Галель. Почему так? Потому что в Ханука и Пурим это два не противоположных праздника, а два праздника, которые каждый из них в честь чего-то конкретного. В Пурим нас хотели уничтожить, наше тело. Нам не запрещали изучать Тору, молиться, служить Ашему. А нас хотели просто физически уничтожить. И поэтому в Пурим у нас праздник для тела. Мы делаем трапезу, друг другу даем подарки, помогаем бедным. Собираемся, даже когда читаем Мегилат Эстер, Святой Свиток, мы трещим трещотки, мы радуемся телом. Ханука – это праздник, который, когда эти, как их еваним, греки, хотели уничтожить не нас, они говорили, евреи, хорошие люди, живите себе, все хорошо, единственное, что – не изучайте Тору. Ладно, изучайте Тору, но не изучайте ее, потому что так вам сказал Бог, как что-то святое слово. Исполняйте потом, а изучайте как какую-то философию, пожалуйста. Не соблюдайте шаббат, не делайте обрезания, то есть уберите какие-то важные вещи. И дальше как философию делайте. Мы, слава Богу, не мы, наши праотцы, прадеды, Маковеи победили. В честь этого у нас праздник Ханука. Да, ну, мы не будем сейчас вылазить долго в почему 8 свечей и чудо с маслом. Нужно помнить, что Ханука это праздник, понятно, тело тоже, но Ханука – это праздник души. А что нужно нашей душе? Нашей душе нужен свет. Что такое свет? Это Тора. Тора – Ор. Как-то Нер Мицвабы – Тора – Ор. Свеча – это заповедь, а Тора – это свет. Изучаем Тору, исполняем, молимся. Все у нас хорошо. Зажигаем первую свечу. Также мы видим, да, мы зажигаем. Есть несколько мнений. Нужно зажигать сначала 8, потом 7, потом 6. На закон еврейский вышло, что сначала одну свечу, потом две, потом три, чтобы добавлять свет. Да? То есть если кто-то где-то еще находится в тьме, то всегда можно начать с одной свечи, немного света, и потом добавлять, добавлять. Кто поддержит свет? Ты поддержишь свет. Значит, что мы сейчас делаем? Я произношу три благословения. Это делается только в первый день. Три благословения. Благословение Всевышнего, который заповедал нам зажигать ханукальную свечу. Второе благословение. Благословение Всевышнего, который сделал чудеса нашим праотцам в те дни, в наше время. Почему? Потому что чудо продолжается. И третье благословение, это то, которое говорится всегда от праздника к празднику. Благословение Всевышнего, который дал нам дожить, досуществовать и дойти до этого времени. Начиная с завтрашнего дня, мы говорим только первые два благословения.
Я произношу все благословения и зажигаю. Между благословением... Адель, отойди, пожалуйста. Твои рыжие волосы очень нам дороги. Между благословениями, пока мы не зажжем, нельзя не разговаривать, не прерываться. Ты как-то держишь неудобно. Удобно? Да. Поехали, готовы? Значит, сначала мы зажигаем шамаш, так как у нас такая удобная спичка. Потому что благословение на служку, на шамаш мы не говорим. Так, теперь мы можем сделать вот так, например. А потом вот так. Поехали. Барух ата Адонай, Элохейну мелех ойлом, ашер кидишону бемицвойсов, וציוונו להדליק נר חנוכו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שעושה ניסים לאבותינו בימים ההם בזמן הזה. אמן. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם, שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה. אמן. Yeshua Isecho.
Ханука Самеа! Хануки Гейл! Ой, а соседские не взяла? Нет, соседские девочки получат позже. А, они могут от своих увидеть. А сладости я дала столько, чтобы у каждого из вас была возможность поделиться. Как интересно. Как ты разделяешь детей? Ой, как так получилось. Ой, как стыдно. Ой, как неудобно. Ханука Самеа всем. И чтобы вам было чем заниматься во время урока, вот такие в Израиле продаются разные прям наборы, специальные хануки. Держи, вот себе вон. Мама, я немного с собой возьму. Держи, все можешь взять. Держи, Алика, нож. Все, и мы с вами с Божьей помощью начинаем официально хануку, первый праздник, первую свечу. У нас тут уже все ханука стайл, слава богу.